мысли даны человеку для того, чтобы выражать их словами. С вами ток-шоу «Слово за слово», в котором право говорить имеет каждый. Я Алексей Шахматов, здравствуйте. В преддверии лета многие из нас стараются привести свое тело в идеальное состояние. Жесткие диеты, 2-3 фитнес-программы подряд ежедневно, специальные лекарства и процедуры. Но какова цена такого похудания и чем грозит это впоследствии? Возможно ли выглядеть сногсшибательно, но быть при этом больным человеком? Итак, сегодняшний вопрос. Насколько безобидно сезонное похудание? И наши гости, которых я вам с удовольствием представляю. Солистка группы «Ассорти» Марина Абдулаева. Диетолог, рефлексотерапевт, доктор медицинских наук, автор трудов по авторскому методу лечения избыточной массы тела. Мариат Мухина. Художник-модельер Татьяна Беляковская. Гости справа от меня считают, что сезонное похудание на пользу многим барышням, которые за зимние месяцы набирают лишние килограммы. Гости слева от меня уверены, что сезонное похудание опасно. Имиджмейкер, психолог, автор и ведущая тренингов для женщин Светлана Барковская. Медицинский директор Центра эндохирургии и литотрепсии Нина Боброва. Актриса и телеведущая Ольга Спиркина. Наши эксперты, очаровательные, я с удовольствием вам представляю, группу «Ассорти», в составе которой Юлия Татчина, Мария Трошанова, Марина Дрождина. На спутниковой связи я также приветствую очаровательную женщину, народную артистку Азербайджана, с нами на связи Баку, Тарана Мурадова. Здравствуйте, Таран. Любопытно узнать у наших красавиц-экспертов. Так, Юля, сколько вы весите? Я сейчас поправилась, я вешу 51 килограмм. 51 килограмм, это Мария? Еще 50. 50. И Марина? Я поправилась, 58. 58. А сколько весите вы? С вами был Алексей Шахматов. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.